Более 300 игрушек и книг собрали организаторы благотворительной акции «Подари игрушку детям». Она проводилась на протяжении 3 месяцев. Накануне организаторы с подарками приехали в гости к воспитанникам Платоновской школы-интерната. Рассказовская школа-интернат стала первой в списке адресатов, к кому отправились представители Молодежного совета города Рассказово и Рассказовского представительства ТГУ имени Державина. В этих пакетах лишь часть игрушек и книг, собранных в ходе благотворительной акции. Мы сегодня пришли порадовать вас вот теми игрушками, которые собрали. Игрушки собирали все. Ребята, студенты, школьники. Ребят не стали томить ожиданием. Каждый из воспитанников мог подойти и выбрать игрушку и книжку по своему вкусу. Красивые полезные вещи пришлись по душе. Это как раз тот случай, когда важен и сам подарок, и внимание, которое проявили к детям совершенно посторонние люди. Мы знали, что приедут, но у нас получилось очень такое хорошее, необыкновенное маленькое чудо. И я думаю, что это чудо не только для нас, а самое главное, что это чудо было для детей. Потому что они поняли, что они, кроме своих родителей, нужны и общественности, и молодым, и пожилым, вообще людям. Акция «Подари игрушку детям» – первое большое благотворительное мероприятие, организованное представителями Молодежного совета и Рассказовского представительства ТГУ имени Державина. Благодаря отзывчивым людям более 300 игрушек и книг удалось собрать за 3 месяца. У нас такая акция будет проводиться постоянно, потому что желающих очень много. И даже когда она завершилась, у нас все равно поступают звонки и говорят, можно еще принести игрушки. То есть у нас сейчас в настоящий момент еще есть огромное количество. В дальнейшем мы планируем приехать сюда еще на Новый год, вручить ребятам уже не только игрушки, но и сладкие подарки. Совсем скоро Молодежный совет отправится в гости к семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ведь там тоже есть дети, которые хотят получить игрушки. Евгения Конобеевская, Алексей Шиповалов. Новости ТВ Рассказово.